Макси! Макс! А он спит еще? Макс, пойдем быстрей! Там снег идет. Пойдем посмотрим. Всем привет, доброе утречко. Ксюш, привет. Я жду новую серию. Ты ждешь новую серию? Fortnite? Сезона нет, но просто новый сезон загружается. Так ты не успеешь, ты в школу сейчас уйдешь уже? Успею. Маргоша уже ушла. У нее сегодня 7:30. Привет. Привет, доброе утречко. Проснулась? Доброе утро! Совсем не доброе. Видите, такой вот снежок идет. Вчера я пекла блинчики, вот что осталось. Как раз позавтракать. Нету. Отвели детей в школу. Садик. Хочу поехать в магазин купить немножко продуктов. Вчера пекла блины. Молока не осталось. Надо купить молочко, яйца. Хлебушек. Ну там по мелочам. Да? Скажи да. Скажи да. 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 Скажи да. Скажи да. Купаться. Нет, не купаться. Купаться. Пицина. Не купаться. Покупать. Покупать. Я знаю, что ты хочешь. Я знаю. Всем привет, ребят! Мы пришли со школы сейчас. Я хочу жрать. Жрать! Сходила за продуктами с папой. Я снимала сегодня это, знаешь, в ТикТок снимала лайв, когда мы за продуктами ездили. Поэтому влог не снимала, снимала лайв. Купили вот клубничку. Ой, ты делишься со всеми? Данке. Гамбургер. Мне зелень досталась. А мне булочка. Булочка. В общем, я уже все продукты раскидала. Папа захотел картошку фри и наггетсы. Огромная. Что тут написано? Сейчас вместе с зубами. Мам, что тут написано? Здесь написано Макс. Да. Это я? Это ты. А в школе дела? Нормально все? Нет. Нет? Не люблю школу. Не любишь? Почему? Скучно там. Скучно? А ты чего хотела, чтобы как там было? Так, садимся быстренько, да, кушаем. И в школу уходим. Девочки, Ксения, садь, пожалуйста, на место. Если я там вижу, что мне там надо садить, я ничего не кушаю. Ну попроси, чтобы тебе передали. Не хочу. Мы пошли в школу. Но у меня до 4 сегодня школа. Выйдемся после школы. Что там за мусор, посмотри, валяется. Это от башмаков? А рюкзак? В школе? Мне не нужен рюкзак. Не нужен? Давай, пока. Пока. Я сейчас буду убирать на кухне. Пообедали. Теперь нужно все убрать, помыть. И все. Я сейчас хочу спечь пирог с клубники. Один ящик оставлю, чтобы кушали. А вот этот я в пирог. И что я напишу в описании, потому что если мы что-то готовим, всегда спрашивают. Хотя я уже не первый раз готовлю. Я, если что, в описании напишу, оставлю хорошо рецепт. Так, яйца я уже добавила. Сейчас буду добавлять сахар. Сахарок. Мука. Сейчас я добавлю сахар. Засыпала я муку, и уже просто лопаткой я буду перемешивать потихонечку. Уже не миксером, а лопаткой. Если я миксером сейчас буду взбивать, это все пышность, она вся уйдет. И тогда он не подымется как нужно. Так, разрыхлитель добавила. Сейчас это все перемешаю. Жидковатое. Так вот оно должно быть. Получается, я добавила вот такой вот стакан сахара и такой стакан муки. И 5 яиц. Больше я не буду, а то оно сильно густое будет. Беру формочку и беру вот это. Кладу вот так. А это лишнее, я просто так срезаю. Так, теперь я беру клубничку. Я сейчас ее помою быстренько и буду нарезать. Life is a winding road.
Теперь я беру сахарную пудру и немножечко посыплю вот сюда, на формочку. Теперь буду выкладывать саму клубничку. Как-нибудь нужно красиво так. Keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. А вот и Ксюша вернулась. Не прошло и часу. Бойка, ладно? Она спит. Ксюша, называй ее Бонни, пожалуйста. Кружок получился, сейчас я его еще посыплю. Кстати, ребят, помните, мы недавно, ну как недавно, где-то месяца полтора назад отправляли посылку нашим друзьям. Семья Дашковых. Мы собирали им посылочку. К счастью, они ее получили. Мы очень переживали, потому что посылка шла очень долго. Они ее получили, они ее открыли. Очень интересно, как они на это отреагировали. Мы еще не смотрели. Если хотите тоже посмотреть, что же мы им отправили, то ссылочку я оставлю в описании. Очень интересно, понравилось ли им, а вдруг не понравилось. Давайте сделаем так. Вы посмотрите, что мы им отправили. И напишите у них в комментариях, что вы от нас пришли. И напишите, что вам понравилось в этой посылке. Мне кажется, им будет очень приятно, когда они увидят, сколько у них там будет комментариев от нас. А также, ребята, обязательно подписывайтесь на их канал, потому что видео очень интересные. В общем, сами переходите и смотрите. Но мы же сегодня с ними должны созвониться. Мы же сегодня с ними будем болтать по видеосвязи. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами, будет очень интересно, будем болтать на разные интересные темы. А также познакомим вас с ними, если вы еще не знакомы. Так что мы чуть позже вечерком будем созваниваться. Каролина тут мастерит у нас холодильник из картона. Тебе нужно открывать рубрику «Очумелые ручки». А я делаю вот такие. Это ручка, да? Да. Это вот ручка холодильника, а там полочки. Ну, ты мастер, фломастер, молодец. Вот, смотрите, ребят, что у нас отломалось. Представляете, вот этот вот пушочек наш и вот эта вот штучка, которая цеплялась на него и надевалась сверху на камеру. Теперь я не знаю, нужно как-то склеить. Ай, новая камера. Горячим клеем просто. Горячий клей, пластик не будет тебе держать. Просто очень скотч. Легко и просто. С каким скотчем? Там мех. Так легко и просто, да. Угу, скотчем можно. Там тем более нет места для этого. Там нужно прям вот склеить вот здесь вот. И к камере скотчем. Да. В общем, папа придет, я ему покажу. Клей надо купить. Супер клей какой-нибудь. Все, сейчас они будут открывать посылку. Как ты думаешь, не понравится, нет? Да. А вдруг не понравится? Они сейчас будут открывать. Или посуду. Ты за посуду. Или... А? Мы угадали с мамой. Точно. Всех по одной вытаскиваем. Давай, вот это что? Маргарита сидит, смеется и плачет. От реакции. Круто! У них так смешно получилось, потому что мальчишки пытались, ну, в общем, все пытались угадать, что же мы туда положили. Потому что мы не говорили, никто не знал, и получилось очень смешно. И интересно, кто же из них угадал. Так, ну что, ребят, сейчас мы будем связываться с семьей Дашковых. Сработало? Да, сейчас они нам позвонят, или мы позвоним, сейчас посмотрим. Я включу компьютер. Я буду записывать с экрана монитора, с компьютера, чтобы потом вам было видно. Сейчас мы будем с ними на связи. Ждем, ну ты отсюда стульчик видишь, чтобы было видно? Ой, мои лохматушки. Не видно. Ждем звоночек, ждем. Ну давайте, звоните нам, звоните. Так, звонок пошел. Раз, два, три. Привет! Привет!
Как видно, как слышно? Вообще отлично. Нас как? Хорошо, тоже всех видно. Как дела у вас? Да вообще, супер. Хотели сказать вам спасибо, посылочку получили, все распаковали, все были в шоке, никто не угадал. Шоколад? Да. Угадали, я знаю. Как-то никто не угадал. Молодец. Ну, мы очень рады, что она дошла. Мы вообще хотели, конечно, поинтереснее посылочку собрать. Там всякие сувенирчики, что-то такое швейцарское. Но попали именно вот... У нас был локдаун, магазины все закрыты, витрины все закрыты. И вот то, что смогли... Нам понравилось. Нам очень понравилось. Даже думаю, девчонки, давайте сделаем хотя бы слаймы, хотя бы что-то от нас такое, чтобы... Вот, и сделаем. Держите ответочку. Хорошо, будем ждать. Из подсказок, что мы там думаем. Посылку будем собирать? Да? Куда мы собираемся, расскажи, поехать. Да, мы скоро московские небоскребы покажем. Круто. Московский зоопарк сейчас чуть попозже. Льва покажем, да, с тигром? Да. Ну, у вас там все открыто, да, я смотрю, в принципе, развлекательные центры, да? Да, у нас, да. У нас нет, у нас все закрыто. Никуда не сходить. А? Уже год закрыто, не открывалось? Нет, было открыто сначала, потом вот получается с декабря вот это все локдаун, все закрыли. Сейчас вот с марта открыли торговые центры, потому что все было закрыто, только продуктовые были открыты. Это лего или что? Это лего. Ага. Зелененький. Ксюша прям зеленый, твой любимый цвет у Ксюши. А у нас тоже есть. Который любитель зеленого. Если что-то дома зеленое появляется, то это сразу. Да, да, да. И зеленый слайм. Вот Ксюша как раз зеленый делала, да? Ксюша делала зеленый слайм. Иса. Рыжий. Красавица какая. Привет, Каролина, смотри, кисуня. Киса красивая. Чуть кролика не приобрели вчера, да? Да, кролики они такие, давай. Вонючие. Хулиганы изобретатели. Ух ты! Ой, ничего себе! Да. Круто! Я думала, что... А у вас школа когда? В мае тоже заканчивается? Нет, у нас... Ой, сейчас еще вот поздоровается тоже. Да, ой, Дима, смотри. Смотрю. Смотри. Ну, бёсик. Привет, скажи. Я спала. А у нас У нас школа заканчивается, летние каникулы в начале июля начинаются. А, июля. Да. И то заканчиваются в конце августа. Ну, получается, где-то полтора месяца они отдыхают. И вот. С понедельника по пятницу пятидневка или что? Да, пятидневка, да. Почему они так мало летом отдыхают? Потому что у них в течение учебного года очень много каникул. Получается, два месяца учатся, две недели отдыхают. Ну, кстати, тоже неплохо, да? А у да. нас... 4 недели учатся, неделю отдыхают. Ну, то же самое. 4-5. Границы открывают. Все, по-другому, красавчик, надо в гости ехать. Границы открывают, вы к нам приезжаете. Ну, у нас закрыто. Не знаю, как у вас, но у вас, по-моему, нет. К вам можно лететь. Можно, да. А вы планируете куда-нибудь ехать отдыхать? Ну, мы, получается, в Испанию, если только. Мы на машине. У нас тут рядышком, в принципе, Италия, Франция. Вот, Испания, Германия. Мы вот можем, в принципе, по этим странам на машине. Вы на машине? Да. Это пару часов, как на дачу. На море поедем в Испанию? Нет, я уже в пустыню. Ну, хорошо. В пустыню? Да. Ну, иди, иди. Маргарита уже это, на улицу. Иди, у тебя час есть, пока еще цветок. Давай твою историю. Тише, нет, тише, тише. Подойди, пожалуйста. Дай мне смеяться все вместе. Каждый из мальчишек дежурит, убирает кухню, ну, делают по нашей там системе. И иногда у меня получается заснять скрытые видео. Сейчас он... Под музыку? А он поет. Он сам поет. А, сам поет. Сейчас он... Чё, как ты про посуду? Ну покажи, Макс хотел показать, какой он у нас фанат Star Wars. Покажи. Вот он. А, ух ты, круто. Брелочек. Да,
из самых популярных игр на мобильном устройстве. Да? А мы чуть не слышали. Stand Off 2, да? Все, Глория, показывай, ничего не знаю. А я не вижу. Не, ну вы сейчас это видите. Я забрали с ножа. Какой я только начал. Только начал. Ходили на Красную площадь, снимали серию. Не были давно там. И что-то... Да? Как вам Красная площадь? Смотри, Бэби Йода из Лего. Видите нашу посылку? Будем ждать. Встречаемся в Испании. Все, запомнили. Я рада вас видеть. Ну давайте, мы тоже. Приятно было пообщаться. Хорошего вам вечера. Да, взаимно. Хорошего вечера. Пока. Макс, пока, Маши. У нас тут все разбежались уже. Ну все, пообщались. Сколько мы общались? Больше часа. Так что, ребятки, переходите по ссылочке в описании. Смотрите видео, как они открывали посылку. И мы будем ждать посылку от них. Очень интересно будет, что же они нам отправят. Так, все, девчонки и мальчишки, собираемся. Собираемся спать. А не пейте оперу. Почему собака без воды? Потому что у меня здесь... Потому что она все выпила. Ну, так она же кушает сухой корм, ей пить нужно всегда. Попробуй в сухомятку поешь. Ты же пить захочешь. Будем собираться спать. Почему у тебя мокрая футболка? Бонечка, иди ко мне. Иди ко мне. Ты покушала? Уже 10 час. Время уже 10 час. Все. Ой, всем пока. Все, ребятки. Всем пока. Кроватку. Мама, она у меня всегда его забирает. Тебе дезодорант жалко, что ли? Да. Потому что это мое. Она уже вот мой. Жадина такая. Вот это вот, который очень вкусно пахнет. Купи себе дезодорант. Нет. Ну купи. Ну купи, когда. Все, ребят, всем пока. Пока, Маши. Всем пока. Спокойной ночи.